Заговлением красным трико двигались заедино Россия, город Красноярск, маски спорта. Тренеры Александра Овчинника, Виталий Гуленцев. Дмитрий Заедин, победитель международного турнира в городе Улан-Удэ, памяти Юрия Лазкова. Также он является победителем международного турнира на призы Академии борьбы имени Дмитрия Миндиарфини. В синем трико борется мастер спорта международного класса Кахамед Кубешцы. Россия, Владикавказ. Тренеры Славик Багарин и Александрини. Кахамед Кубешцы, победитель первенства Европы и мира, чемпион России. Настолько она не заработала. Пусть борется, Павла не слышно. Они друг друга за волосы тянут. Предупреди, а то потом Павла не слышно. На ковре Мэн победил Кахамед Кубешцы. Через час ровно начинается жеребьевка для оставшихся весовых категорий. Жеребьевка в 17 часов будет проходить на втором этаже в конференц-зале. За конкретной начинаются поединки 1/4 финала спортсменов весовой категории до 62 кг. Приглашаются Курен Сурен Кунзисен, Монголия, Сун Синьхуа, Китайская Народная Республика. Еще раз повторяю, 74, 86, 92, 97 килограммов мужчины, женщины 68, 72, 76 килограммов. Жеребьевка для этих весовых категорий будет проходить на втором этаже в конференц-зале ровно 17 часов. Красный пацан!
Лукашенко победил в 19-й премьере.